Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации. Мария не следила за применением средств индивидуальной защиты. Погиб один человек. Срок 2 года. Андрей не обслужил систему пожаротушения. Погибло 3 человека. Срок 5 лет. Денис не обеспечил проведение медицинского осмотра водителя. Погибло 13 человек. Срок 10 лет. Они экономили на охране труда, но заплатили высокую цену за это. Работодатель, не экономь на охране труда. Сохранение жизни и здоровья работников является приоритетом.